шведских островов, вот, созданных на основе шведского флага, да, ну и, в принципе, это такая вот независимая типа территория, жители освобождены от службы финской армии, говорят они по-шведски, да, но в случае проживания вне Аландских островов, в течение 5 лет этот иммунитет от армии утрачен, такая вот интересная территория, да, просто... помогать. Аварийку включу.